Всем добрый день. Мы с вами на улице Мирной. И вот сейчас наблюдаем с вами домик номер 15, от которого меня просили прогуляться к морю. Ну, наверное, прежде всего хочется сказать про этот домик. Один из оригинальных домиков. Кстати, это скорее даже не домик, это комплекс из нескольких зданий, как минимум двух. Оригинальный, красивый. Я внутри не гулял, не знаю, но отсюда вот то, что вижу, все в брусчаточке, все чистенько, аккуратненько, пальмочки. Конечно, сюда надо было приходить где-то весной, вот так вот, либо летом, когда все зеленое, все красивое. А я пришел в дождливую погоду, но заказ был на Яндекс.Дзене, поэтому я стараюсь выполнять их в кратчайшие сроки. Итак, мы прогуляемся к морю. Скажем так, что я вышел в самую верхнюю точку. Но на самом деле здание так удобно расположено, особенно новый корпус. Он еще ниже, как видите, и прикольней. Там зимний сад есть, все красиво. Видите, беседочка такая классненькая, бананчики. Хозяева спрятали пальмы на всякий случай. Вдруг мороз будет. Мороза нет, но вот дождик есть. А вон там лесенка к новому корпусу. Его построили сравнительно недавно. И он такой прикольненький. Тут есть бассейн. Я вот пока поднимался, обратил внимание. Вот отсюда вы тоже можете заметить его краешек вон. В общем, все сделано со вкусом. Люди стараются. Вон там, возможно, даже третий корпус будет, бог его знает. Я не знаю. Один хозяин нет, не могу вам сказать. Пойдемте прогуляемся. Поприветствуем хозяйку, которая как-то мне кактусы подарила. На Мирная 26, вот тоже комнатки сдаются. Ну а пока мы идем, напоминаю, друзья мои, что все просьбы, пожелания и предложения выполняются на Дзен канале. Ну, может быть, не все, но я во всяком случае приложу все усилия. Если это в моих силах, если это в пределах Лазарского, то точно постараюсь. Вот. Так что даже если вы смотрите мой канал 5, 6, может быть даже 7 лет и знаете, что меня зовут Владимир, и смотрите все ролики, но не знаете, точнее задаете странные вопросы, все равно имейте в виду, только Дзен. А вы, если вы сейчас, кстати, прислушаетесь, то вы услышите море, его отсюда прекрасно видно, на сегодняшних этажей, наверное, вообще хорошо видны закаты, если он на свете. Опять же, повторюсь, я вышел в верхнюю точку, так как у меня нет доступа до прохода на территорию дома владения. Я обходил его сверху. А тут можно вот снизу зайти. Тут и парковочку сделали, видите. Вообще очень здорово, красиво, удачно, очень хорошее место расположения. То есть здесь не будет шумно. Здесь нету трассы. Здесь близко море. В летний период много зелени. Тут, кажется, персик или алыча, не помню, что растет. Вот само домовладение за кипарисом спряталось. Это нижний корпус, там он верхний. Пойдемте к морю, не буду вас топить. Вот с этого момента можете как томить, точнее не топить. Можете засекать хронологию. Скажу вам так, к морю есть два варианта пройти. Можно уйти налево и выйти прям на пляж Свирский. Вот тут вот, через магазинчик Либертас. А можно пойти по улице Свирской. Приблизительно удаление, наверное, от моря, точнее маршрут до моря по времени составит. Нет, по времени я не скажу, сколько составит, но скажу так, что удаленность приблизительно одинаковая. То есть там плюс-минус 100 метров где-то так вот пройти, да и все. Но все-таки пойдем по улице Свирской. Ну, она, во-первых, вам многим уже знакома. Во-вторых, здесь энное количество столовых. Кстати, с той стороны тоже есть там заведения со всякие разные магазинчики. Ну, здесь, я думаю, вы сделаете свой выбор. Тут аж 3 столовых. Мини-маркет. Дальше шашлычный дворик и шашлычный рай. То есть все мясные вкусняшки здесь, поблизости будут. Рядом с вашим домовладением. Ну, это специально для Таши Иван да Марья. В случае чего есть вот
аптека, столовая «Василек». Не знаю, как работает она, как столовая или нет, я точно не скажу, что-то мне кажется, что она прикрылась. Кафе «Дель Мар» работает. Столовая «Татьяна». Ой, Татьяна, что же Татьяна-то вспомнила? Тамара. Тамара. Минутка, точнее, Тамары. Просто минутка. И вот старый базар тоже функционирует, это точно. Здесь, как видите, автобусная остановочка. В случае чего, центр. Прокатитесь на микрорайон Малышева, 69 автобус от Сибирской области. Здесь, видимо, его конечная. Я слаб в автобусах, поэтому не знаю, что куда-то ходит. Прямо 100 метров шашлычный рай. Направо пройти около километра Свирское ущелье, а налево море. Тут будут торговые точечки работать всякие разные. Движуха, народ. Тут Радик, Свирская 5. Кстати, Радик тоже говорит, очень вкусно делает шашлык. Не пробовал, немножко с ним познакомились мы, но не пробовал. Речка Свирка. Вот такая она вон сегодня. Опосля дождей. Буянит, можно сказать, Ниагарский водопад. Всех лягушек, наверное, в море посносило. Тут, вот в данном варианте, когда вы пойдете этим маршрутом, у вас будет выбор, то ли пойти на пляж Свирский, то ли пойти на пляж Дельфин. Вот. В принципе, опять же говорю, они все близко, все рядом. И тот, и другой пляж, можно даже пойти по берегу и выбрать себе местечко. В зимний период сейчас, вот когда шторма, сами понимаете, ну, наверное, говорить о пляжах не стоит. Они сейчас будут поуже гораздо, чем летом, и менее красивые. Но летом будет все классно, все хорошо. Тем более ходят слухи, что Свирский, возможно, в этом году немножечко и восстановят. Очень на это надеемся. Как в комментариях писали, течет ручей, бежит ручей. Я ничего, это ничей. Ну, хотя это из песни слова. Ну, потопаем дальше. Камень с ручкой. Только хочется сказать попа с ручкой. Не знаю почему. А дальше уже море. Ребят, тут, правда, на дорожку перейти. Дорожку переходим строго по светофору. Не так, как я это делаю. А я, как правило, смотрю, нет машин. Нет. Ну и что, я буду тут стоять полчаса ждать. До моря погоды. Иду. Вот, в принципе, и море. Как видите, мы даже совершили эту прогулку всю за 8 минут. Опять же, я где-то там сверху гулял. Будто по прямой пойдете как гость по кратчайшему маршруту. Слева у нас Свирской. Справа у нас Дельфиний. О, тут прям наезд снесло. Смотрите, как нагребло-то там. Конкретно на Свирском. Но это уже ладно, будет другая история. Всем пока. Напоминаю, все заявки на Дзен-канале. Всем пока.